стене скорби 78 портретов погибших коллег при исполнении служебных обязанностей. Союз журналистов России совместно с Российским союзом боевых искусств подготовил и разработал для вас программу по самообороне, которая называется «Сила слова». Курсы самообороны, они очень важны для нашей профессии. Если мы спасем таким образом хотя бы одну жизнь, значит, мы это делаем не зря. Главный совет – всегда сохранять спокойствие в любой ситуации, при любой травме. Избегать резких движений. Всегда первым делом нужно стараться звонить, вызывать скорую помощь. Право на самооборону – это только то право, где вы прекратили опасные действия, то есть приостановили каким-то действием обидчика, либо его скрутили, обездвижили. На этом ваша деятельность заканчивается. Вы должны звонить в полицию, вызывать сотрудников полиции, чтобы они оформляли данного гражданина в соответствии с законодательством.